Это не записывал, это было красиво, но я не записал, блядь. Сука, жизнь и боль. Слышь, что, короче, это... Алексей, стань для него невидимым и все, конкретно для него. Там можно, по-моему, новая функция ввела. Вот от таких... Юрбис, а ты чем записываешь? Какой программой? Да бандикамом, как все. Чупается. Единственное, только больше часа лучше не писать. Потому что у меня пиратская версия. Я сейчас нормальную куплю. 5 числа нормально. Скинешь мне ссылочку? Бесплатный, да? Founder King, здорово. 40 баксов стоит, привет. 40 баксов стоит. Нет, ты можешь скачать бесплатно, но она тупая реально, блядь, пиздец. Она, короче, либо вылетает, ее надо каждый раз лучше купить. $39 не так много, на 6 это, блядь, 2000 рублей почти. А куда мы вообще едем? Слышь, а что он умеет делать? Поехали в горы, слышь, что? Если он такой прыгучий, поехали в горы. Это сказал JD, который тебя вчера добавил. Я понял по городу. Не, я Палмер говорю. А, которого? Вчера вводил двух Палмеров 777, их два человека всего. Двух добавил, на всякий случай. О, извини. Ты видел, какой КамАЗ у нас? Видал новый КамАз какой? Да, такой же есть. Охуенно, охуенчик, блядь. Господи. Блядь, да я не вижу просто, куда еду, потому что он не показывает. Все, мы едем в гору. Какую мастерскую? Он же не зайдет в мастерскую, мы его не сможем затюнить, правильно? Какие трюки? Да не, мы в горы. Трюки мы будем выполнять в закрытке, чтобы всякие такие мистеры супики, блядь, нам не мешали. Я думаю, все молчат, а у меня чат замучен. Никто не молчит, все разговаривают, мы не играем молча. Молча играть неинтересно, молча играют... Ладно, неважно, молча играют те, кто играет молча. Тупо, правда, но зато... Блядь, чё он прыгает на каждой кочке, тупой кусочек говнеца, блядь. Давай, поехали, давай. Вот так вот, блядь, смотри, сальто назад! Ну почему? Мы же хотели сальто назад, блядь, не сальто на бок. Сука, блядь, че за бред? Так, давай, сейчас мы развернемся. Пробел, юзаем пробел на супер игровой клавиатуре, блядь, за много денег. С подсветкой со всей хуйней, блядь, ночи светится прикольно. Слышь, клавиатура в ночи светится, охуенчик, блядь. Ну, бас, привет. Бери, короче, покупай КамАЗ, едь к нам, мы КамАЗы тестим. Бери тоже КамАЗ, езжай к нам, мы подождем, мы здесь в горах. Стэнли тоже, берите КамАЗ. Блин, парни, ну, я тогда возьму. Давай, бери КамАЗ, мы здесь подождем на горе. Потупим. Опа! Что-то как-то не очень-то уж красиво, я бы даже так сказал. Я думал, он будет крутиться там, прыгать, падать, а он что-то... Блять, у нас бампер отвалился. Интересно, на КамАЗ дорого бампер стоит? Насколько я знаю, нет. Имея собственность КамАЗ 40-10. Блять, ну какая-то странная машина, я тебе так скажу, блять. А где, интересно... А слышь, у нас где-то же, по-моему, есть эта площадка для этих, блядь, как они, которые занимаются этой хуйней, блядь, на скейтах, да? Она, по-моему, большая. А, она небольшая, так хуйня там не поместится. Мукари, блядь. А, кстати, в свое время, помнишь, Палмер, когда, чтобы КамАЗ, чтобы не выгнали из Дакара, машина должна же быть, это, как его, серии. Помнишь, серию сделали с 14 машин, блядь? Каждая машина стоила хуй знает сколько миллионов, блядь. По-моему, по тем деньгам 8, что ли, блядь. Или 4, я уже забыл. Блядь. Слышь, по-моему, что-то... Нам танк бы нужен. Знаешь что, танком ее попробовать подавить. Интересно, что будет, если ее танком задавить? Так, у кого-нибудь есть танк? Кто в городе, народ? Сейчас попробую заказать. 2-2-2. Вау. Блять. Ты, наверное, к пляжу, да, поедешь? О, давай, Палмер, заказывай, мы сейчас к пляжу. Да, Палмер закажет, не парься, заказывай себе тоже КамАЗ. А мы сейчас, Палмер... Все, КамАЗ стоит. А, ну все тогда, давай, сейчас мы... Давай, Палмер, заказал? Скажешь, когда заказал, поедем. Ух ты, смотри, как берет Воу. Красавчик. Ну, не совсем, конечно, но красавчик. О, смотри, подавай, как в Дакаре. Блять. Вот я же говорил, пидорас. Конченый. О-о-о. Да это говно с порванным пуканом. Он, блядь, взял, спрыгнул. И зачем?
я уже не помню. Подожди, давай посмотрим. Эм, как ты можешь сделать невидимку для конкретного человека? Подожди, ну как-то же сделали, блядь. Я же видел, некоторые делают как-то, чтобы были для меня пассивными. Просто заебало. Да, 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 я тоже видел. Они как-то стоят конкретно для меня. Это парни, когда, по-моему, больше трех раз тебя убивают, там на Е надо будет нажимать, что-то такое вроде. Да? Если тебя часто гасит. Там высветится, вроде бы что-то такое, я помню. Блядь, дурак взял, КамАЗ было. Уничтожил, блядь, вот конченый пидор, а? Ну чё, блядь, делать закрытку, что ли? Я не могу понять. И там играть. Шандер, скажи этому чуваку, что, блядь, перестал, ну реально надоело, блядь. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Я все понимаю, но, блин. So it's available for pickup at our nearest location, sir. И где? А, вон впереди. Сейчас я добегу. Я смогу. О, кружок взял немножко другой автомобиль. Сейчас, погоди, братух, я быстренько подцеплю сейчас. Давай. Ну, цепляйся, кусок говна. Ебать тебя в уши. Ну, блядь, блядь, тупой пидор. А я не могу к тебе сесть. А, ты же босс, ебаный, все, я забыл. Вы же все боссы. Вот все боссы. Давай, Алексей, сейчас я к тебе сяду. Давай туда под мост, где обычно этот резвается, туда вот за колесо давай. Там должен быть КамАЗ, поехали. Господи, ну что же. Да я рад за тобой, подожди, мне КамАЗ взорвали. Не-не, вот прямо едь, просто прямо едь. Вот так, да, туда вот под мост. Вот, нам, вот эти, блядь. Метка не работает, мать ее, так, ладно. Ну, ты понял, да? Вот, не, вот, да, да, вот, прямо, не по метке, не едь по метке, не, Алексей, не едь по метке, стой, назад, туда вот, да, где танки спавнятся, прямо едь, прямо, потом налево, ну, ладно, можно здесь налево, можно там налево, вот, прямо, так, теперь налево, вот здесь вот налево, ой, направо. Не заспавнился, да? Давай сюда, вот, и вот мы вот приехали, и вот где-то здесь прямо сейчас, блядь, нифига. Сейчас, погоди, все, он не справится, стой, отписывай. Я сейчас заново позвоню, ну мать твою, вот, из-за какого-то... Чего вот так вообще носит просто? Из-за какого-то дурака, блин, а? Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? So your specialty vehicle is available for collection right now. We hope you're very happy, sir. Сейчас, танк, нам нужен танк. А куда мне ехать-то, блядь? А, во. Понеслась. Ладно, сейчас, народ, мы быстренько съездим за корытом. Нихуя себе, ты видел? Центорно остановили какие-то турники. А вот это был красивый. Видел как, а? Записал? Это будет красивый трюк. Надо, короче, со своими терабайтами видео разобраться уже. Порезать на трюки, блядь, на убийства. Среди них будет такие же, когда этот мистер Фифик, блядь, погибает. Надо еще, блядь, знаешь, вот эти буквы, как делают всякие блогеры, монтаж, типа, нас, сука. Или через весь город ехать из-за какого-то пидобира. Не, ну реально жесть какая-то. Ну что это за идиотизм, блядь? Через весь город же сейчас ехать надо. Ух ты, смотри, видал, никуда не ушла странно. Тем более еще Алексей тачку гнали. Давай, вольнем боком. Опа! Надеюсь, Алексей простит. Ух, тачка уже пиздохла, я чё-то приехал. Слышь, мне тачка не пиздохла, слышь, что я смотрю, я её бью, она не пиздохла. Блядь. Вот, это прямо склад тачек. Чё, у тебя не респавнился танк? Давай, садись на КамАЗ. Поедем за танком, блядь. Алексей, забирай свою машину. О, смотри, он этот забор взял? Да ладно. Смотри, я через забор перелез. Ты ведь беда? Нихера себе девайс.
Вау! Все, давай обратно на пляж за палмера. Я так понял, мы туда зарезали. Танк. Да, просто посмотреть, насколько мы его сможем помять. Как тогда, помнишь, мяли этот, блядь, как его? Ой. Как мы, кого мы мяли-то, блин, этого мяли? Блядь. Кого бы мы мяли, ебать. Инсургент, во. Хорошо, если мы сейчас на пляж едем, подожди. Мне показалось, это было что-то тело. Это Кристор Фуиф. Ты что-то пишешь? Куда едешь? Мы, ты же на танке вроде, да? Или нет? Я просто еду на пляж. Я думал, ты танк перезаказал. Да, вот я еду, я пытаюсь, здесь оказывается ограничитель стоит. КамАЗом нельзя. Ну, типа дискриминация. По машинному признаку. А между мостом можно. Блять, сука, твою мать, блять. Ой. Вау, крушу, это у тебя классная машинка, блядь. Вау, вау. Сука, здесь где-то костер, зажги костер. Я убью тебя. Чё здесь возле костра людей нету, блядь? Я что-то не понял. Надо должны быть люди возле костра. Мы будем кастрировать. Разожги огонь. А, во, людишки возле костра. Привет, люди. Ебать, нигеров раздавило. Ёбаный в рот. Сука, расисты грёбаные. Блядь. Нига пострадал. Беги, нига. Ран, нига, ран. Да ладно, такая песня. Он еще... О, как его, блядь? Snoop Dogg. Snoop Dogg, конечно, это же классика. Run, nigga, run, блядь. Ты че, ты вообще... Столько сука еще рэпчины мог зачитать, если бы ты его не сбил. О, смотри, а здесь можно летать, оказывается. Да ладно. Так, на эту хуйню мы отрывали все три колеса, блядь. Я помню. Видео есть. Господи, мы, короче, инсургенту два колеса оторвали. Такого не делал никто. До такого даже никто додуматься не мог. А где люди, блядь? Так. Ну чё там, танк есть, нет? Алекс, привет. Нет. А, едешь, да? Ну чё, перепрыгну, смотри, прыжок века. Вау! Видал, смотри, перепрыгнул, реально, смотри, вау! Бля. Я монстр. Вот. Смотри, еще раз значит так. Хуя! Алекс, ты себе купил новый КамАЗ? Блять, опять этот парик кипучий, блять, уйди отсюда от нас. Блять, утони нахуй там, блять. Ой. Добиваем, парни, добиваем его. А... Блять, дура это. Ну-ка, где ты там плаваешь? Я утонул. Где ты там, дура, плаваешь? Да ладно. Я думал, он будет. Ой, я под КамАЗом проплыл, прикольно. Так купи, у тебя что, миллиона нет? Надо это, он стоит 1 300 000. Чё ты дурак? Испарился, желтенький. Купи КамАЗ себе. Блять, зайди в этот, как его... блять. Ну где эта машина покупает? Что происходит? Короче, в Salt Andreas. Ты прямо увидишь, он второй, третий снизу справа. Этот дурак что ли? А это что за Макс такой? Ну, не знаю. Блять, ну пиздец, пиздец. Блять, обидно, КамАЗ утонул. Нахуй. Осторожно, парни, еще гидра желтая летит. Нет, это Underwater, он не будет стрелять. Он в отличие от этого, блять, адекватный. Блять, я взял только что-то и утопил КамАЗ. Слышь, там как? Ты на танке едешь, нет? А, вот и танк. Ну давай посмотрим, что там. Вот так.
давай попробуй JD покоромсать. Ой, да забито на этого желтого Палмера, хуй с ним, да. Попробуй сначала его просто дулом пошмалять. Так, дулом покоцай, как он? Погоди, дай я подальше от воды отъеду. Блядь. Опс. Оп, на дуле повис. Давай тут. В случае чего, давай его туда прижмем к стенке и посмотрим, что будет. Мнется? Что-то как-то... Блядь. Я только что ноги... Блядь. На мне... Ну, футбик можно поиграть. Так, ну по... Так, ладно, давай его к стене тогда. Вон стена сзади, вот туда, давай его к этой стене. Прижимайся к стене. Так, только не забывай это, не со всей дури на него. Слышишь, чувак, Палмер, не забывай, аккуратненько его прижимай. Да. На него запрыгнуть можно, нет? Вот тачку зеленую отгоните, пожалуйста. Бля! Уже не надо. Твоя мать. Повезло, кстати, что не взорвался, Джиди. Ну давай его аккуратно дулом так прижимай. А, все, пиздец. А, не, у меня горит. Ой, вообще, да, жестоко. Палмер, ничего ну, не скажешь. Давид, ладно. Дубль давай. 2, пацаны, где у нас еще? Сейчас КамАЗы закажем. Да нет у нас больше КамАЗов, надо заказывать. Понятно. Да, пойдем сейчас быстренько закажем. Защитите цели от ноу. Да нахер нам эти цели нужны, блядь, на свои цели, блядь. Мы играем, получаем удовольствие. Ооо, блядь, какой-то жопе нахуй. Так, я вижу Голендваген, да? Это мой Голендваген, правильно? Че, сука, происходит? Че творите, блядь? Дайте я сяду в это корыто. Блядь, меня тут... Меня убивают. Блядь, какого хуя? Мусор. Ща, подожди, я за КамАЗом. Я сейчас за... Подожди, я убил чувака. Как чувак мог за меня назначить награду? Я же его убил. Блять, там видят пацаны, блядь, на вертолетах убьют, наверное, меня. Слышь, Алекс, давай дуй со мной, короче. Там как, я еду туда, где стрёмно и опасно. За тобой тоже поеду. Я не знаю, кто-то какой-то чувак. Сейчас, Палмер, подожди, мы сейчас приедем, да. Бачком, блядь, валим боком. Да, валю боком, а? Чё, реально, чё происходит? А у нас всегда так. А если ты бы видел, что мы возле Эклипса пару устраивали? Ну, бас, давайте к нам на пляже, берите КамАЗы, сейчас будем какую-нибудь хуйню творить. Бесподобную. Вы купили, надеюсь, КамАЗы оба? Тест-драйв, ёба, да, действительно, ёба, тест-драйв. Есть тест-драйв, а есть тест-драйв, ёба. Так, за мной едут копы. За мной едет какая-то еще хуйня. Разожги огонь! Сука, ебать, нахуй так жить? Вот этот фуфик, блядь. Никто с ним не играет, блядь. Все ходят, убиваем, блядь. Все на него хуй положили. Нахуй так жить, блядь. Нахуй так играть. Блядь. Ебаный бой. А! Ёбище вышло, ну и ладно. Бля, у меня колеса нет. Чё делать? Я полетел. Летающий Голендваген, ёба. Так, тут... Нахуя ты шиномонтаж? Какой нахуй шиномонтаж? Ой, у меня КамАЗик. Да, смотри, КамАЗик. Так, надо быстренько Лестеру позвонить, чтобы Лестер еродивый копов убрал от меня. Лестер еродивый, убери от меня киллеров. Да тут машин возле моего КамАЗа миллионов на пять. What can I do for you? Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Все, еду. Давлю топуа. Огонь, ля-ля-ля-ля-ля. Не помню.
Ты чё? Вау! Как я вальнул бокс, а? Бачком, бачком, и нахуй. Кстати, ему хорошо пихать машины, слышь, что он это пихабельный. Я вот сейчас фуру взял и сбил, короче, с дороги. Оп! Да, Лестером, убирайте копов, чтобы их не было, а то что-то мы сейчас опять на пляж приедем, там копов будет охуя. Уберите их. Я еду. Чтобы нам не мешали. О! Да я сейчас приеду всем, это, как бы там туго не было. Все, смотри. Вау! А чё сальто-то назад-то, ёпта, я ж сальто назад хочу. О, интересно, он сальто назад делает этот грузовик, вы пробовали, нет? Давай попробуем на одном месте. Сейчас, подожди, Палмер. Я сейчас на нашем любимом круг попробую сделать вот здесь вот, на нашем любимом месте. Здесь же дальняк, правильно? Правильно. Хуя себе чувак улетел. Ну, садись давай в КамАЗ. У тебя же деньги есть, Алик. Ты чего не купил-то? У меня пампер отваливается. Алик вообще-то был давно здесь. Блядь, нам нужно туда заехать. Ладно, сейчас, подожди, Палмер. Стой, 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 стой. Сделаем что-то. Какой-то охуевший питер, да? Хочу покатать. Так, Стэн, Леандр. Да вы друг друга-то не валите. Да, что-то он, короче, на пробел очень плохо реагирует. Шлюха стояла! Нас шлюха! А, шлюх надо ебать, а не убивать. Сука. Ну и как, работает тренер? На деньги. Нам главное деньги, у нас с деньгами проблемы. Не, я, не, от копов не интересно. То, что ты от копов, вам нужно деньги. Ладно, давай сейчас попробуем трюк. Сейчас вот тут разгонимся предельно. Ну, давай где-нибудь отсюда. Ой, какого-то мужика убили. Извини, тетя, блядь. У меня дверь только что отвалилась. Делаем трюк века, короче. А есть гонка для этих КамАЗов, чтобы можно было на КамАЗах покататься? Нет, не сделали? Ну чё? Трюк, сука, блядь, века. Нихуя трюк не сработал. В мотоцикле, правда, работал, а здесь так, хорошо, давай так, сделаем, стой. Ага, вот сюда, да? Хорошо, сейчас на пальму едем. Давай, сейчас Палмер, сейчас мы приедем, давай, последний, вот раз, и всё, мы едем. Сейчас, сейчас, вот, сейчас, вот, сейчас мы соберемся, Дави-капуа. Машинка, блядь. Хоп! А ты знаешь, сколько КамАЗ едет, мастер? 180 км в час. Это его скорость движения КамАЗа. 710 лошадей. Блядь, нахуя? Откуда этот пидорас взялся с... разгон из спорта, ну ладно. Летай, блядь, увеличишь. Разве и хуйню. Ля-л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 я
это только не назад. Ладно, все, Палмер, мы едем, мы едем, 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 едем. Вау, 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 как я на задних, как на двух колесиках-то я, а? Сука, скилл, блядь. Учись, Алекс, учись, пока я жив. Учись, это скилл, блядь. Так, где-то, сука, здесь был танк. Вау! Ага, охуел, что ли, так, блядь, стоит 4 ляда. Ой. Не понял. Вот, давай так нас до стены дотолкай, короче, аккуратно только. Не-не, именно толкай, а не дулом. Так. Во-во-во-во, смотри, как я буду валить на задних колесиках, а? Так, ладно, давай сейчас нас сюда. Блядь, этого, блядь.
Ирбис, стой на месте, стой на месте. Все, давай, отрывай мне колесо. Теперь нежненько подъезжай ко мне. Ирбис, лови меня. Ты видели это? Только что какое-то тело упало и умерло, нахуй. Говорю, лови меня, чё не ловишь-то, ёптай. Так, давай теперь бочинку сейчас я подставлю, давай бочинку попробуй. Давай бок-бок. Бей. Еще раз. Постарайся в колесо бить, бей в колесо. Два шашлыка. Да меня-то за что, господи? А тебя что, разве убили? Да, Макс что-то меня тут на инсургенте давит. Какой Макс? О, призлайн. А, призлайн там с этим, да, с Кириллом. С этим, где-то, блядь! Вот это что тут, Макс, вот это специально что ли был? Я сейчас достану вот эту вот страшную хуйню. Макс какой-то странный чувак. Слышь, Палмер, есть выстрели такое. В Макса один раз, пожалуйста. А вот рядом на инсургенте катается Макс некий. Выстрели, вот красненький, вот он. Выстрели в него один раз, пожалуйста, из РПГ. Ой, из танка. Ну там не один уже. Ой, он еще и Макс... Переборщил. Положил. Немножко, немножко как бы это... Переборщил. Вау! Жрем асфальт. Жрем асфальт. Блять, меня кто-то сбил. Так, мы бежим, 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 бежим. Ебать, я дерзкий. Вижу гидрёныша. Вижу гидру. Он летает, тренируется. Охуенно он тренируется, убивая меня. Так он и тренируется. Ну, гидры, так, это убивает нравится. Тебя. О! Коп полетел красиво, бля. Чё такое? Чё такое? Сгорел на работе, Нига. Нига сгорела на работе. Блять, я горю. Гидры сбечные. Ой, блядь, сука. Увидели, как горел Ниг? Черное миско. Ебать, так, кто летает? Чё? Кто? Кому? Чё? Чё? Кому РПГ? Куда? Кто? Кто? Смотри, красная машинка. Вечный... Блядь! Смотри, у нас, короче, стреляет этот пацан, как его, Макс... Макс, блядь. О, Максончик налипает по полной. На, по... Бля, чё происходит, еба? Давай, Палмер, прикрывай нас. Cover, cover, не до systems, не до systems. Cover me, бро, не до... Бля. Ух, как аккуратно пролетело между створками, а? Скилл, сука, бля. Хуяк, хуяк. Пацаны, вы как там? Хах, how are you? Полицейский, эх, how are you? Макс, спасибо, зашёл. How are... Сгорели на работе, бля. Суки тупые. Вау! Смотри какой. Выстрел. Крученый. Это как, знаешь, это? Помнишь, это в фильме какой-то русский там был? Где там с Анджелиной Джоли, где он там пулю, блядь, закручивал. Помнишь, блядь? Особо как... опасен. Да, 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 особо да. Особо опасен. Да. Так, бля, даже бежишь, как прям аж кажется, что прям РПГ, блядь, там вот это. Вау! Закрученная, блядь. Не, реально такое ощущение, как будто она крученная. Смотри, вертолет. Видел? Как он так сделал? Ой, чпок-чпок. Так, кто бежит? Кто ты? Ты кто? Бегущий, ты кто? А, это какая-то Пашечка. Свой, блин. Это песчанка какая-то. Песчанка, это такие мышки есть. Прикольно. Ха-ха-ха, бля. Не, ну ты не свой, мы тебя не знаем. Во! Ох, как я его снял, а? Ебать, смотри, еще копы с ускорением летели вниз. Пули, скил, бля. По-моему, кому-то прилетела в голову моя
машина полицейская, не слышала его. Бля, опять устроили какую-то хуйню в итоге, ебаный в рот. Бля. Это я видел, какой я крутой, я настолько крут, что я двигаю, видишь, кусочек от вертолета. Блядь. Ебать, чуваки, блядь, не фартануло, блядь, к успеху шли, блядь. Блядь. Я ебал, я уже, короче, на мусоров 5 миллионов потратил, только на РПГ, это пиздец. О, видал как? Или это не я попал? Я попал. Так, что такое, вау. Брык-брык. О, смотри, там Макс этот разящий, блядь. Только что получил вот РПГ. Я песчанку убил? Блядь, я думал... Не знаю, каким-то лешим это... Блядь, ну песчанка, блядь. Ну, в принципе, да. Блядь, у меня все трясется нахуй, пиздец какой-то просто. Блядь, как я... Ой, опять этого пидора убил, короче. Блядь. Это какое-то странное, что-то нападает на людей, блядь. О, смотри! Блин, я промажу. Блять. Ты жру асфальт. Сука, блядь. Жри асфальт, сука, блядь. Так, я прыгаю вниз. Я крут, смотри. Вот так. Вау! Опять. Почему все время мой перс падает ебалом на асфальт? Там ни жопой, ни головой. Ну еблище, блядь. И все. Лови мусорок. Пытающийся сшить мне срок. Смотри, эти мусора прям привязаны, они горят на машине и только потом отвалились. Прикольно. Прикольное видео, вообще охуенно. Бэт. Разожги мусора. Ох, как, блядь, в него вошло-то, а? Дандер, блин, я не буду в организации. Мы же, видишь, хуйней занимаемся. Мы не в организации. Братан, извините. Заходи. Извините, братан. Мы тупо, видишь, у нас тупники, блядь, у нас как-то... Ой, мы тупники, блядь. О! Недобитые копские машины. Мне кажется, или там летит вертолет к нам? Нет, вертолет нет. Почему вы отпустили? Где моя 50-я винтовка? Мы не отпускаем вертолеты. О, смотри, есть, снял. Смотри, видал, как воду сейчас упадет? Хули, скилл, блядь. Ой, в тумане исчез. Чё такое? Мой пистолет, сейчас я убью. Я убью его. Блять, я горю. Твою мать, что происходит? Почему я горю? Ох, красавчик, красавчик, смотри. Блять, я про... Я промазал. Сори. Самая хуйня начинается вечером. Хуже же 11, спать пора. Все, пиздец. О, смотри, снял мусора, да? Нет, твою мать. Блин, ну, это был мой фраг. О, кто-то фаеры запускает. Слышь, по-моему, сегодня у мусоров день не задался. Охуеть, блядь, ты видел, что происходит? Это кто? Ой, блядь. Твою мать. Своих уже валить начали, это пиздец, короче, это уже последняя стадия, блядь, долбый. Вау, йо, я на танке, видали, я на танке. Чувак. А, так и надо стрелять-то, блядь. О, мусор! Ничего не знаю, скрушовица у нас там, это, он меня один раз убил, по-моему. А, нет, я его один раз, и все. О, смотри, о, блядь, я тоже попал. Ой, коп прям на меня почти упал, сладкий. Да. Горит, смотри, прогорает. Как ты, братиш? Как дела? Я с кровью люблю. Ну я да, middleware. Прожаренный. Кстати, я тоже прожаренный практически наполовину. Во, копчик приехал. Не потонуло. Ой, еще один коп, коп. Давай, лови, лови. Смотри, как ушел. Ты видел, как уходит, а? Сука. Не ушел. Пацаны, видел, прямо мне нравится, знаешь, как это, столиком, блядь, прямо в землю вошел, сука, блядь. Ух, как прикольно я чувака подсёк, блядь. Кого нахуя, мы никого не убиваем. Алекс, чё, кто-то мочканул случайно, да? Ну ладно, бывает, да, блядь. О, мусор, мой. Какие они крики издают прикольные, блядь.
Блять, ну бак полетел, ёбаный урод. Все, я буду убивать еще столько этого автомата. Ха, не повезло, ну да. Блять, мне уже глаза болят, пиздец какой-то творится. Я прямо в башку, ёбаный урод. Обидно, блять. What the fuck? Чё what the fuck? Я бегу. Сейчас убьём, да, всё. Убиваю. Ой, я чуть танк не убил, блядь. Ебать. Всё, я лечу. Джеронимо. Это хуёво, правда, получилось. Джеронимо. Больше похоже на мешок с дерьмом, упавший на асфальт. Ну ладно, это хуйня. Это, так сказать, мелочи жизни, блядь. Опа! Ну-ка. О, красавчик я. Красавчик. Еще разочек один вертолетик, а? Палмер, у нас вертолет наверху улетает. Улетает вертолет, блядь! Блядь, снайперская винтовка. Добиваем. 50-ка его. 50-ка либо ракета с наведением. Не отпускаем, тварь. Странно, пинать танк ногами. Это интересное, конечно. Блядь, он уехал. Ну как вы отпустили? Вы чё? Тихо, подожди, не стреляй. Есть! Сбил! Все, полетит. Вроде да, он вниз летит. А вроде не. О, готов! Взорвался. Ну так, скилл, блядь. Я и снайперской винтовки. Вертолет в задний попадаю. Опа, опа, хорош, пошел. Красавчик. Лети, копчик, блядь. Вот, он глючит, еще один летит. Глючит, пиздец, ебать. Никому там на голову. Ну дайте со снопы-то поснимать, а, негодяи. Палмер, да, ты нас прикрывает нижних, а мы будем брать верх. О! Ох ты, блядь, я попал. Я попал, но не совсем. Есть! Ой, пошел. Пошел, красавчик. Еще один, еще один. Вижу, но я ж у меня запись идет, поэтому надо, чтобы красиво все было. Давай. В башку ему. Ой, хорош. Красавчик. Только не. Ой, на меня, братан, падай на меня, братан, давай! Братан! Ай-я! Блять, меня кто убил? Нет, надо убить задний винт, запомни. Тут, короче, тема такая в вертолетах. Если ты убиваешь задний винт, они перестают в тебя стрелять. Есть! Как я? Это надо задний винт сбивать. Ну, давай, вот вверх будет лететь, давай снимаем, мы не будем трогать его. Вот, смотри, вот со стороны моря летит, видишь, вот, видишь, летит. Задний винт берешь, стреляешь из снайпы. Вот, все, видел, полетел чувак. Смотри, видишь, летит здесь такой. Опа! Ух ты, видал, живой остался, блядь. Ой, я себе. Куршовец. Под вертолет. Ну баса-то зачем валить, он свой, успокойтесь. Еще один вертолет. Опа! Есть! Я так не знаю, я попал, нет? Как ты, мусорок? Хотел, сука, мне широк. Наш, сука, блядь. Ну сколько убийств, блядь. Сейчас крающе здесь. Сейчас я всё, сука, блядь. Тихо, здесь ещё вообще подожгу, блядь. Вот рухну. На, блядь. Неудачно. Опа, бортан падает, осторожно. Почему тебя никто не удалял? Друзья, Алексей, ты как будто где остался? Не дайте доставить риск. Что происходит? Блядь! Ой, ничего, ебало, машина не пролетела. Это нормально? Вижу та. О, вижу. Был вертолет. Алексей, по-моему, только ты у меня в друзьях. У остальных наших-то нет в друзьях. О, вертолетик, давай! О, есть! Я попал, интересно, или нет? Это Саша, привет. Да тут не разберешь. Мы на пляже, короче, Саша. У нас тут на пляже пиздец. У нас война с копами. Великая копская война. О, башку летчику. Охуеть, блядь. Чё тут, блядь? Пальмы, трупы. О, блядь,
Смотри, выжил чувак какой-то, блядь, не охуели. Ронни, just a fuck up, please. You American Beatles. Лети, лети, лепесток на запад, на восток. А, you fucking Germany, Hitler капут, пидор, бля. Russian fuck Germany, бля. Oh fuck, бля. На, сука, бля. Германская тварь. На тебе тоже, бля. Будем считать, что они немецкие твари. На. Ой, еще один вертолетик летит красивенький. Ой, ебал РПГ. Летел. Ну так, бля. Сука, скилл ебать. Я ж 50... 100, больше 100 тысяч уже убил. Оба! Не подфартило, пацаны к успеху ехали, не повезло. Оп, вертолетик! Вы будете сбивать вертолет или мне избивать? Я что-то не помню. Вроде как из сосны. Вы хотели потренироваться по вертолету? Ой, хорошо, как на меня хвостик упал. Вау! Вау, тут бегают копы, аккуратно. Палмер, тут пидор бегает, блядь. Подожди, вертолет, тут пидор тут у нас, видишь, аккуратно. Они, блядь, они бегут. Они толпой бегут. Нападают топами. О, еще один танк сидит. Или почему Алекс сидит? Доехал. Че было? Где мы? Мама. На, сука, блядь. Смотри, промазал. Быть такого не может. Блять, меня нет. Блять, у меня уже 6 900 000. Пиздец, я нищий, ебать. Блять, такими темпами игру придется донатить. Так, где я? Кто я? Что я? Кто? А, игрок? Блять! Блядь, я какой-то крушой пришел, начал там бить биты, блядь, дерзкий, видал? С планеты дерзких пацанов, наверное. Блядь. С битой на танк, блядь. Это был охуенный кадр. Чувак бежит там, блядь, не башит битки, блядь. Сука, ебать, не стреляйся, блядь. Чё, пиздец танку, да? Не, мы коврю, мы коврю. Пиздец, я жарам не подпарки. Никто не хуёвый вечер. Вместо того, чтобы, сука, идти бухать, ну, блядь, получать пинку. Да, давай, чини, давай, как там, чини, сейчас. Как там, как в батле, да, вот так вот. Пистолетом, вот, чиним. Это я тебя добил пистолетом, что ли? Бронебойного. Блять. Давай, Палмер, тогда жду еще за танком. Пан. Блять, сука, нахуй. Блять, 50-50. На, сука, блять. На, сука. Опа! Не успели выпрыгнуть. Фак, а нигеры, блять. О, нигер. Умер нигер. Второй нигер. Сгорел нигер. Не понял. Горящие пока нигер. Брони. Саш, так он немец. Причем тупой. У него вся жизнь тупая. Я вообще не понимаю, нахуй так жить. Еще в Германии. Ебать, вертолет. Смотрите, я в него РПГ запустил. Смотри. Блять, как так ты? Ой, ну нам по приколу, слышь, Саш? Ты же что, не заметил? Корпусные пуканы, это же наша специальность. Какой-нибудь ребенка, блядь, порвать жопу какого-нибудь ребенка, это прикольно. О, к нам едет танк. Смотри, летит Алекс. Вау! Да ладно. Смотри, а чуть не попал, кстати, я в него.
Работали, вам не удалось уничтожить Трина. Да мне похуй на это Трина, блять, вообще насрать. Ох, как я попал, а? Блокопа, видел, как аккуратно легли на землю, прям так, плашмя. Это столиком, блядь, столиком, ёб. Ох, нихуя себе вертолёту, блядь, накидали. Уебальник. О, еще один вертолет. Смотри, как мусор красиво летит, эффектно, с расставленными лапками. Мусор расставленные лапки. Да, ты земляных так прикрывает нас от земляных. С вертушками-то мы сами разберем. Пиздец, два РПГ промазывай, ебать ему. Как так жить, блядь? Давай на меня, братан, падай, падай, падай. На. Еще один тоже упал. Ох, копа что ли прямо, давай. Бля, что происходит? Я ебал за эта хуйня вообще, бля. Тролли просто на пляже пиздец. Ох, смотри, сейчас коп впитает РПГ. Ох, впитал. Вижу крушой сбитый. Вау! Видел, как уходит? Видел, как уходит? Да? Палмер, вот такая хуйня тебе в игре. Блять, какой-то кусок говна чуть меня не убил. Пиздец, пацанам не повезло. Разожги огонь, не получи РПГ, въебало. Не складно, зато, сука, страшно, бля, и больно. Я только и успеваю уворачиваться от кусков какой-то хуйни. Нет, вот если бы на самолете красиво пролетел, чтобы мы, знаешь, сняли такой красивый. Палмер, лови! Красивый кадр. Слышь, может быть кого-нибудь взять самолет, подойдите, я его собью и сделаю какой-нибудь красивый кадр. Да кого-нибудь просто, чтобы на самолете подлетел, я его из РПГ, блядь. Чтобы, знаешь, красивый кадр был. Я еще R это поставлю, это съемку с помощью бандитова, блядь. Редактора, чтобы можно было делать это замедленную съемочку, такой типа сбивая чувака. Кстати, аккуратно на вертолете, у тебя Алекс будет заводиться в цель. Ой. Да, смотри, сколько копов, вся карта в копах, это просто пиздец. О, срезал. Блять, сверху. Блять, у нас 5 звезд, где армия, сука? Надо было, слышь, надо было, короче, к военной базе поехать, народ. Там еще армейцы, там поприкольнее. А что нам мешает это сделать? Ничего не мешает, танки доху... А, мы там танки возьмем. Ладно, давай, Алекса, прибиваем сейчас. Все, погнали. Давай, Алекс, самоубивайся, сейчас мы тебя убьем, чтобы у тебя танка не было. Да, и поехали к военной базе. Все, самоубиваемся. Да.